сегодня воскресный день, и я приехал на тест-драйв нового Land Rover. А вдобавок к нему дадут еще погонять на Ягуаре. Смотрите, какой привезли сюда полигон, бассейн с водой, качели. В общем, эти машины сегодня будут использовать плоскую гриву. А эти просто гонять. Эти топить не разрешают почему-то. Каждому дается такая штука, прям с фамилией, с расписанием, когда и где мне быть. В общем, жду. Ну, вот это вот мой автомобиль. Да, добрый день. Меня Андрей зовут. Максим. Привет. А, отлично. Телефончик. Да? Да, можно сюда положить. Дополнительные кармашки есть, можно и вниз положить. Да, дополнительно. Хорошо. Тестированный автомобиль Discovery 5. Так, полностью несущий кузов алюминиевый. Двери металлические, стальные. Угу. Задняя дверь из композитных материалов. Есть пластиковая. Хорошо. Весь переработанных материалов. Там еще дополнительный ряд сидений, нет? Да, устанавливается при пневмоподвеске, дополнительный ряд сидений. При пружинной подвеске третий ряд устанавливается. Здесь у нас двигатель дизельный. Вот настройки здесь. Можно, да, пониже еще сделать? Да, можно. Прямо уже последний. Ну, хорошо, окей. Ждем, да, команды? Да, ждем команды, техника. Двигатель у нас здесь дизельный, 249 лошадиных сил, 3-литровый, 6 цилиндров, коробка 8-ступенчатая, как остался автомат. Трейл респонс, полный фарш. Мы сейчас в самом высоком положении, да, подвески, да? Пониженная передача, когда включается через нейтраль, автомобиль автоматически поднимается в верхнее положение. А такого высота у него? Не максимальная. Не максимальная? Не максимальная, где-то 350 миллиметров. Ну, прилично. Да, максимально 354, это дополнительно включается при нагрузке, если заходите в колею. А он сам уже реагирует, да, я не могу это отстроить, да? От нагрузки. Можно подвинять. Так, хорошо. Значит, мы, значит, дашку и потихонечку двигаемся. При пониженной передаче автоматически включается помощь при спуске, так что автомобиль будет сам подтормаживать. Хорошо. То есть сейчас он уже подтормаживает, да, сам? Да, да. Даже вот это считается спуском, да? Да. Так, первое препятствие у нас — имитация гололеда. Три колеса на роликах, одно колесо будет вытягивать автомобиль с препятствием. Сейчас подождем. Да, ждем, конечно. Параллельную машинку. Вот я покажу, что происходит. Можно дисплей посмотреть, как в автомобиле прокручиваются колеса. Хорошо. Вот, такая. Вот, почему нас не пускают, потому что там поверху едет мужик какой-то. Прямо. Так. Тестируют рожевер. Но как бы было бы круто, если бы мы одновременно прям жух-жух-жух, это было прямо. Безопасность. Да, это понятно. Получить. Да. Чуть выливается у него. Рожевер, Петр. Ну, третий ряд сидений, по крайней мере, сейчас стал больше по сравнению с четвертым. А, да? Потому что второй ряд двигается вперед-назад. Он прикольно. И меняется уклон под спинки. Ну, то есть стал комфортнее, да? Да-да. Он чуть ниже, да, чем стал наш... намного ниже, вот второй ряд сидений, потому что раму убрали. Уже кузов побольше получился внутри. Ну, обзор уже... Что, мы едем, да? Совершенно. Да, техника показывает. Если нужно пользоваться газом, главное добавлять газ в хуги, 1000 оборотов держать нагрузку, так, натяжку. Вот колеса прокручиваются. Вижу. Натяжку в одном режиме держать. Подхватил. Едем. Если колеса сильно прокручиваются, зажимать тормозами дополнительно. Здесь можно на тормоз нажимать. А, да? Автомобиль сам будет подтормаживать. Ну, рулить-то нужно еще. Рулить обязательно. Рулить искать нельзя. Так, следующее препятствие у нас — диагональное вешание. Еще не нравится? Нормально? Нет, все. Все? Окей? Да, прямо рулить, можно ехать. Едем? Да. Ничего не нажимаем, он сам все будет, да, определять? Сейчас пока начинаем, пока он определит, нужно сначала газку подать. Так. Вот. Руль прямо, это параллельно панели. Степан Анатольевич, к вам гости. Опа. Пока уклончик, где-то 21 градус. Здесь ждем, ничего не ждем, двигаемся. Только двигаемся. На тормоз пока не нажимаем. Так. Я скажу вам. Давайте. Чуть левее руль. И теперь на тормоз нажимаем, придерживаем тормоз. Ловим момент, что автомобиль перевалился на другое колесо. Отпускаем и опять. Не жму ничего, это, да? На газ не надо. Оп. Руль прямо. А у меня просто он показывал. Сейчас руль прямо тоже надо. Руль надо держать по горизонту автомобиля, а не дороги.
Вот. Максимальный угол уклона автомобиль проходит 45 градусов, так что здесь так половина пути. Ага. Ну опять же, какая-то бетонная сцепка, да? Да, обязательно бетон или асфальт. А вот он сейчас, это он сейчас камни, гравий, да, такой не тянет нифига. Камни малый ход включен, режим. Сейчас отключился, да, сейчас другой. Видно, что он начал. Колею грязь, скорее всего. Окей. Препятствие на старопод. Пока на парк поставить, да? Можете просто на ручник поставить и все. Да, оставаясь на драйве, на драйве, да? Да, ничего не случилось. О, ничего себе тут. Ручные не часы, а брелок. Получается, можете ключи заставлять здесь, если мы пошли на пляж. Одеваете ремешок. Водонепроницаемый, да? Да. О, это вообще хорошо. С помощью его открывать, закрывать автомобиль. Прикольно. Тем более, это для безопасности хорошо. Слушайте, ну очень комфортно. А как, допустим, для людей с большой комплекцией? Потому что я смотрю, что плотненько все. Не жалуются? Мужчины, да, садятся крупные, более-менее нормально. Так, говорит, едем, да? Подъезжать, да. В ручном режиме, да. Нагрузку. Все, едем? Да, теперь газом нажимаете. Угу. Натяжку. Сначала где-то 1500 оборотов будет, потом режим переключится. Полторашку, да? Ставится натяжку. Угу. Переключение прошло. Натяжечка, 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 да? Оборотов. Видим бассейн, останавливаемся. Да, делаем остановочку. Оп. Полностью при спуске у нас на минимальной скорости. Выставлен уже. Смотрим на технику. Отпускаю, не жму газ, вообще не жму, да? Ни газ, ни тормоз. Ничего, смотрите, я сейчас показываю, ребята, у меня ноги с педаля убираю. И она сама едет. Да. Блин, некомфортно. Некомфортно. Техника безопасности. Некомфортно. Я хочу рулить. Глубина оборота 900 мм. Когда можно уже нажимать на педаль? Здесь на газ можно нажимать. На газ? Да. Ага. Вытягиваем потихонечку. Натяжечку потихонечку, да, на подъем нужно встать, чтобы вода стекла лишнее дополнительно. Можно проверить противооткатный механизм. Как он работает? Раз. Просто на тормоз сильнее сжимаете, продавливаете. И отпускает 3 секунды, автомобиль должен. Ага, бежать. Вижу, все. А что мне получается показывает скорость и что еще? И обороты, да? На... Обороты, навигацию показывает, считывает знаки, обгон запрещен или скорость какая-то. Ребята, это мне показывает прямо на лобовом стекле. Проекция. Левее руль. Так, левее. Ясно, все, прямо. Тормозов. Оп, опять, только руль. Это вот опять он, камни, гравий, вся история, да? Камни малый ход, сейчас идет переключение тоже опять. Автомобиль определяет, что мы едем по прямой дороге. Вот он стукнул, да? Все, пошло переключение. Оп! Все получается, да? Ну отлично!